Всем привет. Всех приветствую. Продолжаю на Т50 брать три отметки. Надеюсь, все статистика по нулям. Надеюсь, я сыграю меньше 10 боев и возьму эти самые заветные три отметки. 64% побед, 55 боев. В общем, вот такие вот результаты. 674 на стрелы, 586 на света. И по отметке 93-53. Ну, надеюсь, сыграю там, к примеру, 5 боев. И за эти 5 боев я возьму, надеюсь. Буду каждый раз говорить, надеюсь. Так, осталось 1,5%. Вот нужно по 0,3 поднимать. Каждый бой по 0,3 поднимать. Ну что ж. Поехали сразу же в бой. Чтобы поднимать где-то по 0,3, нужно в сумме делать 1300, 1400, может даже 1500. Пока неизвестно. Так, сразу попал в топ. Наверное, нужно через зелень сейчас разыгрывать через зелень. На зелень может поехать Т-34 и Арчер, с которым встречаться прямо так впритык не хочется. Ну, с Т-34 точно не хочется. Да, загрузка, конечно, очень долгая. Бой начинается. Такс. Вы приглашены в обзвод. Надо зелень отыгрывать, зелень. Я вижу, что у меня никакой помощи пока что нет на зелени. Я понял. Пробитие. На меня поехал. Ах ты сволочь. Он еще голдой по мне стрелял. Где мой труп? 557 нас стрелял, ничего не посветил, только пострелял.
Очень много сюда у них приехало. Очень много танков. А наших не было, чтобы помогать. Я даже отсюда уже убежать не мог, потому что здесь... Я уже прострелился, почему откатывался, потому что все здесь такой прострел. Я дальше, может, покатился бы, меня вот здесь уже прострелили. Вот на этой плоскости. Если бы дальше по полю вот так поехал. Проиграли бой. Потому что наши что-то вообще не думают о том, что базу берут. Да, проиграли. Квас куда-то убегает, наш дебил на квасе. Не в ту сторону едет. Печалька. Да, я не то, что тут не поднял, у меня опустилось даже. Ладно, поехали дальше. Во второй бой. Как можно было действовать? То есть мне, я и так уже как бы увидел, чуть-чуть пострелял, начал убегать. Ну я да, я много хп потерял на перестрелке, может быть стоило сразу убегать, не перестреливаться, видя, что едет, не перестреливаться. Но я не ожидал, конечно. Малость. Так, здесь, разумеется, еду по центру светить, но есть тап 64. Т-67 и леопард, блин, леопард, гребаный в рот. Зеленый, с барабаном, блин. Ох, не люблю, как же я не люблю этого леопарда. Бой начинается. Просто терпеть не могу этого леопарда, честно слово. Не пробил. Не пробил. Да, пробитие слишком слабое. Есть попадание. Пробитие. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Броня не пробита. Охренеть, блин, взял Т-4 сюда, вылез. Не пробил. Руки не
Ёкаламане, это гусляк грёбаный за гриля, блин! Я умер от Т-54. Сволота, блин, куча танков у них сюда приехала. Два Т-34 приехал, блин, с этой стороны. Ту сторону, блин, ЛТшка. Это просто жесть. Ай, как же у меня жопа горит. Такой дисбаланс. Еще в сам главный дисбаланс в этих дебилов вот. Которые сдохли, передохли. Дисбаланс в каком плане? Что, блин, твоя ЛТ-5 ничего не может против ЛТ-6. Вот вообще ничего. Если ЛТ-6 может биться с ЛТ-7... ЛТ-7 может как-то биться с ЛТ-8, да, как бы все равно есть уступление, но как же ЛТ-5 сильно проигрывает ЛТ-6? Это просто жесть, как сильно проигрывает. Все, давайте я выйду. Блин, второй бой говно. За 5 боев, короче, не сделаю, да. Просто капец. Шестые уровни. 580 хп. Шестьсот хп. Вы понимаете, вот Т-50 хп 360 и тут 600, то есть разница в 240 единиц хп. 240 это огромное преимущество. Дальше. Седьмой ЛТ есть. Так, по-другому. Вот так вот. У седьмого ЛТ сколько хп? 850. 840. То есть 600 и 250 единиц, да? 240-250 единиц. Между ЛТ-6 и ЛТ-7. Здесь просто менее критично. Это ощущается, вот эта разница. Вроде как по хп то же самое, но ощущается это менее критично, потому что, блин, ЛТ-6 как бы передержит больше всего выстрелов, нежели ЛТ-5. Потому что ЛТ-5 быстро умирает. Очень быстро. Я не знаю, как-то не понимаю, конечно, как баланса по пятому уровню. На пятом уровне, если смотреть статистику, если вот брать статистику, это вот вы у меня видите, там 60% побед и так далее на Т-50. Поехали. Это вы у меня видите, что 60% побед на Т-50, там, на других ЛТ, там, например, на М7 у меня 72% побед. Это у меня такой процент побед. Если посмотреть статистику по серверу, то самые худшие танки пятого уровня это ЛТ. Это Т-50, это М7. И там еще какие-то. Как еще какой-то ЛТ. Если в топ-5 брать, то еще какой-то там ЛТ есть. То есть худшие танки пятого уровня это ЛТ. Первая причина какая? Мало ХП. Я почему в том бою как бы на артоводы разлился и так далее. У меня гусли не было, то есть я ремку, мне ремка уже была потрачена на БК, потому что у меня Т-34 первым выстрелом БК сломал, я БК починил. А потом бац, у меня все, нету ремки. Меня этот артовод на гуслю посадил. И Т-64 меня убил.
1375, 12Т, леопард. Как же много этих леопардов-то? Я просто реально офигеваю, как много леопардов. Чуть ли не в каждом бою я играю с леопардом. Нифига, он упарывается. Куда стреляет этот пацан-то? Там же не видно. 85. А вон там что-то стало видно. Все не видно. Все, как бы 35 умер. Колду надо заряжать. Я на голде играю, как бы здесь уж ясно почему. Цель захвачена. Цель 756 настрелял. Ну надо как бы очень много делать, очень много. Баба в танке. Грузим ББшки. Есть пробитие. Есть пробитие. Цель понял.
пробитие. Есть пробитие. Пробитие. Уничтожен. Гусеница сбита. Движение невозможно. Есть пробитие. Рикошет. Можно ехать. Все. Победа. 1100-509. Нормально. Нормально получилось. Этот бой можно в актив взять. 93,7 по отметке. Просто вернул то, что было утеряно по отметке. Да. Пока что даже меньше 1000. Вот надо все это вернуть обратно. Поехали дальше. Что-то процент побед падает. Не знаю, это реально выходные так что ли влияют? То есть я до этого играл не выходные дни, что ли, до 50. Что у меня процент побед был нормальный. Сейчас суббота. Так, 7 уровень, 3 арты. ВЗ-31, блин, очень опасный. ВЗ-31. Я вот думаю, светить мне тебя же не светить. Я гружусь очень поздно. Это, конечно, выбешивает. Вот эта долгая загрузка в бой. А, мне, я же с этого респа. Охренеть. То есть уже в ЗОС-31 занял куст. Ехать туда бессмысленно. Не пробил. Пробитие. Есть пробитие. Ахиллес спрятан. Блин, как тут надо пострелять в этого пацана? Есть пробитие. Есть пробитие. Опс. Не попадешь, не попадешь. Пробитие. Пробитие. Все что ли? Умер. КВ-1. Броня не пробита. Пробитие. За меня фугал, лучше ли грузить?
пробитие. Пробитие. Мы проигрываем. Причем всерьез так проигрываем. Колду лучше загружу. Лучше загружу голду. Не пробил. Пробитие. Есть попадание. Пробитие. Да ёкало мане, блин, никто не отстреливает. Просто не отстреливают, блин. Вам свети, не свети. Вот что делают эти два дебила красных из... ему 3 года, что ли? Или 26, 2015. Эх. Сколько ВЗ посетил? 744. Блин, как же, какая же, блин, слабый, какой же слабый танк. Тащить невозможно, потому что слишком мало ХП. Из этого малого ХП, ну, тащить возможно на уровне в бою еще можно играть на ЛТ-5. Против шестерок уже сложнее, против семерок невозможно на этом играть танки. На ЛТ-6, к примеру, тебе пофиг, какой уровень боев ты попадаешь. Семерки это супер наоборот. Восьмерки, ну, пойдет, чё их там не пробить. В борт пробьешь. Ох.
Семерки опять. Охренеть, вот что делать? На гору я точно не поеду. Поеду опять направо, на ЖД. Ой, у меня начинает, конечно, кипеть от этого танка. И хочется фул голду включить. Прям на фул голде хочется играть. Бой начинается. Начинает кипеть от этого танка. Потому что хочется вроде как тащить, а ты не можешь. Дебил на арте, блин, всех подрезал. Дебил, блин. Оу, я свечусь. Охренеть. Есть пробитие. Арто вот развернулся. Пробитие. Сюда и подошел. Сюда иди, сказал. Не подрезай меня, хватит меня подрезать. Цель захвачена. Пробитие. Есть пробитие. Есть пробитие. Пробитие. Цель потеряна. Пум-пум-пум-пум. Да. Ну, ладно, 1000 есть, как бы, но не особо прям хорошо. Цель понял. Пробитие. Пробитие. Цель потеряна. Делается 4-2.
Осталось 0,8. Все равно плохо, да, вот средний. Меньше 1000. Надо поднимать. До, хотя бы до 1000 поднять, что-то печально. Эти бои некоторые. Но это, я знаю, что я сделаю эти три отметки, как бы. Просто хочется это сделать очень быстро. Чтобы это реально мне как бы в удовольствие было. А в итоге я какого-то прям большого удовольствия на это 50 не получил, потому что чувствую, что, блин, не дает танк комфорта. Перекатку посвечу. Бой. Отсюда валить. Че, испугался, чувак? Перся, блин, сюда, на своем +5. Леопард еще не светился. Понятно, где
захвачена. Пробитие. Есть пробитие. 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 Есть пробитие. Оп. Не составит цель. Так. Куда убежал на схорон? Там еще один артовод остался. Цель понял. На горе. Двадцать две секунды. Победили. Ура. 94-8. Осталось совсем чуть-чуть. Последний рывок. Третьей отметки. Ну, в сумме уже 1000 есть. Это уже радует. То есть я сейчас больше резиститель, намного больше дамаж, чем свечу. Просто, блин, светить здесь вообще не получается, потому что карты такие. Хотя вроде бы где-то можно было светить. Но не получалось. Все равно больше стрелял, чем светил. 50% побед. Что ж. Надеюсь, следующий бой будет последним, 62-й. 62% побед. Печально. И что у нас тут? 94-83, да. Осталось 0,17. Это просто
Фу! Фигня полная. Надеюсь, этот бой будет на 3 отметки. Заключительный. Уже хочется избавиться от этого Т-50, потому что что-то удовольствия на нем не получил. Ладно, хоть и респ нормальный. Респаун нормальный. Вроде должны выиграть, потому что у нас в топе игроки желтенькие. Раньше вот этот КВ-1, ну, то есть не КВ-1, а вот этот 1550 ВН-8 считался зеленым раньше, сейчас желтый. То есть эта граница все время растет. Раньше, например, вот 2265 мои считались бирюзой, а сейчас только зеленый пока. Где там? 2350 начинается, 2350 начинается бирюза. У меня осталось меньше 100 до бирюзы по ВН-8. Как только к ней приближусь, наверное, еще отдалится. И буду так за ней гоняться. Так я буду зеленым. Ну, зеленым хорошо быть, если буду бирюзой, будут тогда меня еще сильнее фокусить. И так, блин, меня фокусят. Бой начинается. Там дом, да? Луч барабанный. Так, алдушили грузить. Пробитие. Есть пробитие. 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 А, он уехал. Броня не пробита. Ладно. Пробитие. Есть пробитие. Пробитие. Охренеть, они там переезжают. О, там кто-то обратно возвращается. Есть пробитие. Есть попадание. Пробитие. Пробитие.
жопу заезжать, пацана. Есть пробитие. Пробитие. Готов. Блин, они все переместились сюда, как бы. В жопу не удалось зайти. Все, теперь можно объезжать и убивать, добивать. Матильда теперь остался самым опасным противником. Но ЛКВ мне может сваншотить, конечно. Блин, это ЛКВ. Второй раз уже запорол въезд в задницу противнику. О нет, 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 не отстанет меня, отстанет меня. Отстанет меня, отстанет меня, не попадай по мне. Пробитие. Пробитие. Грузим бабашку. Нифига я настрелил. 1674. Ну да, это все, это отметка. Отметка с мастером, ребят. Проверяй. Мастерос и третья отметка. Именно так должно, именно так должно было закончиться это. Именно так. Буду трехкратная, ура! 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 Красота! Мастерос и три отметки. Процентов на отметке. Крутяк. Крутяк. Ну что ж. 57% побед. 925 настрела. Да, светил мало. Больше стрелял. 5600 ВН-8. Да, ВН-8 мое почтение. За этот бой 14000 ВН-8. Ну что, по итогу, вот они. Три отметочки на Т-50 я сделал. 62 боя провел. 63% побед. Да. Ну, 60 плюс, но и рассчитывал под 70. Действительно, 70 хотел. Ну, увы, ях. 702 на стрела, 554 на света. В сумме получилось 1256. Если вы хотите сделать 3 отметки на Т-50, вам нужно рассчитывать, что вы должны каждый бой делать где-то около 1000. Дамаг плюс свет, неважно, около 1000. Возможно, 900.
Вот, если именно брать расчет все 100 боев, наверное, где-то, возможно, за 900 среднего дамаг плюс свет вы возьмете 3 отметки, если брать расчет именно все 100 боев. Ну, старайтесь это делать минимум 1000. То есть 1000, если держите, значит, у вас будет 100% 3 отметки. Вот, подведем, скажем так, таким вот образом итог. 95-43. Отлично. Наконец-то. Наконец-то это закончилось. Сделал 3 отметки на Т-50. Ставьте лайк. Особенно последнему бою, где я запотел, затащил. И сделал 3 отметки с мастеросом. На этом все. Всем спасибо. Пишите в комментарии, как вам. Пока-пока.